Ну, по поводу, в принципе, это тоже можно пропускать, по поводу колательной безопасности, то есть основы того, что нужно знать про безопасность. Во-первых, да, немножко вернемся к прошлой теме прошлого урока еще. То есть вы таким макаром берете офер, берете, допустим, креатив, да, там с паблика самый популярный, и заливаете его там в ленту мобильную и десктопную. Значит, по поводу кейсов, процентов 70 истории успеха учеников с Фейсбуком, льющих на Фейсбук, особенно на товарку, это мобильный трафик. Почему мобильный, я не знаю на самом деле. Вот хрен его знает, просто мобильный трафик. Вот. И причем, опять же, ну, нужно тестировать и то равномерно, чтобы понимать, потому что ситуация бывает очень разная. То есть мы тестируем трап мобильный, трап доступный. Потом, если не пошло, мы берем другой креатив, заливаем, тестируем его же на трап мобильный, трап доступный. В принципе, вы можете потратить на тесты, но до... Да, плюс ко всему, потом, да, забыл добавить момент, еще там, опять же, в курсе будет более подробная информация позже. Когда вы нашли, в принципе, прибыльную связку, вы потом еще будете сплитовать в ней вид оплаты рекламы. То есть там есть у нас реклама веб-сайта, там есть поднятие публикации и есть, по сути, видеореклама, да, грубо говоря. То есть вы будете еще отдельно тестировать, что выгоднее вам будет. Потому что, ну, какой-то механизм, да, покупать нужно клики на веб-сайт или там по-другому нужно покупать трафик. Хрен его знает. То же самое. В ситуациях разных ведет себя совершенно Facebook по-разному. Никакой вывести формулы нам не удалось. То есть, ну, нету закона, чтобы можно было говорить, что такой вот закон. Ну ладно, с ним понятно. Значит, теперь по поводу колательной безопасности. Основа, по крайней мере, этого вопроса. Значит, вот видите, что у нас информация по клайке, она будет доступна позже, причем будет доступна нашим ученикам самым избранным, то есть ученикам, которые, ну, нам не знакомы, которые просто купили какой-нибудь курс или которые там что-то там делают, у нас там ничего не зарабатывают, эта информация будет недоступна, потому что, ну, информация крайне интимная, да, и она не должна уйти в паблик ни в одной из форум данного слова, потому что она очень много денег стоит. Ну, допустим, ну, в общем, я не знаю, понимаете вы или нет, что, допустим, вопрос наличия клаки помогает решать вопрос, чтобы аккаунт жил 15 дней, допустим, да, или 10 дней хотя бы. За 10 дней можно наливать на казино, и можно очень много на этом заработать за 10 дней, прям очень много. Ну, важно понимать, что независимо, есть у вас клака, нет у вас ее, аккаунт всегда банится. Это формула. Аккаунты вам нужны массовые. То есть способов это делать, покупать аккаунты много. Мы вам спалим, покажем вам в самом курсе уже в обновленной версии более рабочие инструменты. Мы еще посовещаемся с действующими учениками немножко. Я поспрашиваю, какие у них кейсы есть. Но мы покажем, в общем, все вариации покупки аккаунтов. Потому что вам нужно будет аккаунты всегда. Наше мнение здесь такое, что наступает первая ручная проверка всех ваших РК после слитых 300 баксов, то есть около 25 тысяч рублей слитых. Если там все более-менее белое, то модератор вас отпускает. И следующий ваш лимит снятия денег с вашего кошелька, с вашей карточки, вернее, это от 750 до 1000 долларов. То есть у вас есть зазор 400-1100 долларов, чтобы слить их на любую свою тему, по сути. Но опять же, при условии, что ваши креативы ни пользователей не оскорбляют, потому что баны за оскорбление пользователей тоже никто не отменяет, даже при наличии клакинга, и, естественно, ну, аккаунт тогда будет жить меньше. То есть нужно еще уметь делать креативы, которые будут и сетярными, и не будут никого там обижать сильно, потому что тогда вас забанят за жалобы. Основа клакинга, по сути, это использование TDS-ки, точнее даже трекера, плюс, ну, по сути, банальный сбор айпишника модераторов и ботов, и их редирект на white page. То есть, ну, по сути, что такое клака? Это разделение трафика через TDS-ку на white page и offer page. White page – это то, что должно быть только увидено модератором, то есть то, что должно его устроить с точки зрения политики рекламы того или иного источника. Offer page – это то, на что мы отправляем наш трафик, и, в принципе, то, что будет давать нам бабло. Причем, опять же, ну, в общем, длинная история. Я думаю, что любой из вас, у кого хватит силы воли, сможет сам сделать себе клаку за месяц где-то. То есть, ну, собрать нужно вам где-то максимум 1000 долларов, я думаю, может, даже больше, чем 1000 долларов. Вам нужно будет слить денег много, ну, как, ну,
до 100 тысяч долларов для сбора эпичников основных модераторов. Причем, когда вы будете модерировать именно хосты, там будет хост Facebook. То есть чуваки сидят с Facebook-ского этого самого, скажите, провайдера. А больше вам инфы я не скажу по клакингу, сами понимаете почему, потому что вебинар бесплатный, на нем 1500 людей. В курсе нашем будет по клаке инфы больше, но при этом все равно технология, которая готовое решение, она лежит, в принципе, уже в глубинах нашего сообщества. Какой трекер юзаете? Юзаем больше всего от Bridge. Ну, потому что он, в принципе, наиболее подходящий под наши универсальные цели. Поскольку мы мобильный трафик особо не льем, то есть Volume или какие-нибудь iMobitrex мы, в принципе, не используем. Ну, можно, на самом деле, для основ клакинга использовать и SPA-трекер. Он, в принципе, какие-то базовые функции в себе имеет. Вот, здесь уже более-менее понятно. То есть, опять же, вы можете вести по клакингу работу самостоятельно абсолютно. Пишет Саша, так ли Белофер будет собирать эпимодераторы? Ну, так, в принципе, нужно делать. Мы тоже сейчас таким образом делаем, и причем, если у нас не получится до конца недели своими силами данный вопрос регулировать, то мы будем собирать целую делегацию людей, и будем все вместе лить, и будем все вместе, в общем-то, ну, собирать базу модераторов. Ну, не как все вместе, именно только с теми людьми, которые у нас на хорошем счету, потому что всем подряд информация данная не должна быть публикована. Я не повторюсь снова, что по сути вы можете рассчитывать именно на массовую штамповку аккаунтов, потому что аккаунты могут жить, ну, там, до недели, даже если вы чинуху наливаете. В принципе, за неделю можно денег поднимать, то есть даже если вы будете зарабатывать по 100 баксов в сутки на аккаунтах купленных, да, там где-то там. Это, понятное дело, геморройно, неприятно, неудобно, не очень стабильно, но это все это 100 баксов в сутки. Ну и, в принципе, ну, как бы вот так. И можно даже таким макаром кое-как неплохо зарабатывать. Даже по идиотскому. Соответственно, естественно, если вы клаку нарешали сильно, у вас живут аккаунты по месяцу, то можно уже делать очень большие кампании рекламные на все гео в мире, на все оферы в мире и забирать себе вообще все деньги мира. Что можно зарабатывать очень много. Прям очень-очень много. Причем тоже здесь не нужно особо тоже уходить в глубину этого слова клака. Думайте немножко про простые решения, допустим, про банальный преланды. Ну, допустим, вы опровите нечто про знакомство, опровите ленд, на котором кнопка начать, там, допустим, учиться, и потом идет перенаправление на инфобиз по дейтингу, да. Такая тема, она не запрещена, в принципе, Фейсбуком. Потом вы делаете в кнопке самой подмену на сам дейтинг, получается, что вы и делаете, потом и текст на самом ленде меняете. То есть сам ленд вы не перезаливаете, потому что робот, скорее всего, запалит подмену дебильную, жесткую, а вот текст поменять можно. В итоге у вас получается связка, в принципе, для слива на дейтинг. И все, вы себе занимаетесь этим всем делом. Причем вы можете делать креативы, чтобы это не было реклама сайта знакомств, креативы по типу «Как найти себе мужчину в интернете», допустим. Вот такие вот посты, и будут у вас все очень прикольно и здорово. Дайте, пожалуйста, плюсы, кто примерно понял основу вопроса безопасности, клакинга, ну и какие-то хотя бы варики. На самом деле у нас чуваки даже на казино наливают сейчас, наши ученики, без клаки, без никакого, просто-напросто через вменяемую прокладку. То есть прокладка, которая не очень жесткая. Да, хотелось бы вставить сиськи прямо, вот, прямо на лендинг, естественно, чтобы прямо заходишь, а там сразу они. Но, ну, если вы не умеете скрываться правильно от модеров, тогда нужно делать более мягкие варианты. Но при этом, опять же, вы все равно можете лить плюс, причем с нормальным ROI там 30-40-50%. Окей, понятно. Ну, в принципе, опять же, что вам еще показать? Ну, допустим, пример креатива, который нормально отконвертит по масс-хвату на Украину в плюс на клатче. Банально, тупо. И нормально все здесь работает. Но это не то немножко.